Всем привет, дорогие друзья! С вами Encrypted Xcode. Сегодня я хочу представить вашему вниманию первый взгляд на CyanogenMod 13 версии, который в данный момент находится в статусе альфа 4, даже не бета 1, поэтому я бы никому не рекомендовал устанавливать эту сборку, так как помимо огромного количества багов, новых функций Cyanogen пока не завезли. Сейчас я хочу ответить на возможный вопрос, зачем я снимаю убитый корпус своего Nexus на камеру и не делаю видеозахват с экрана. А вот зачем. Видите? Отлично. И пока устройство перезагружается после критического бага, самое время сказать «Поехали!». Программы видеозахвата не единственное, что не работает в CyanogenMod 13 Alpha 4, но обо всем по порядку. Попользовавшись этой системой полтора дня, я понял, что ее отличие от CyanogenMod 12.1, на который я делал обзоры, спасибо, что вы так много смотрите это видео, меня просто это очень радует. И хотя я думал, что обзор CyanogenMod не будет столь популярен, спасибо вам большое. Так вот, отличие CyanogenMod 13 Alpha 4 от CyanogenMod 12.1 на данный момент минимальное. Первое, что я заметил, это доработанный и усовершенствованный App Permission. И вот здесь он как раз такой, каким должен был быть в стоковом Android 6.0 при помощи root доступа. CyanogenMod Group реализовали функцию выдачи разрешений на использование определенных функций устройства для приложений на уровне системы, и разработчикам не нужно 100-500 лет обновлять свой софт под эту функцию. И, как мы видим, мы выдали разрешение, и все у нас работает. К сожалению, данный билд является очень сырым, поэтому здесь я не смог заметить больше никаких существенных нововведений, и я разочарую тех, кто ожидал, что я сейчас покажу вам голосового ассистента Microsoft Cortana, так как Microsoft, как мы знаем, приобрела часть компании CyanogenMod. Здесь ее нет, как, собственно, нету и Google Now on Tap. При удержании кнопки Home вообще ничего не происходит. Все это в этой сборке не работает. Здесь не работает даже микрофон для телефонных звонков и голосового управления, а также не всегда работает функция создания пары с устройствами Bluetooth. Но все-таки небольшие изменения можно заметить в стандартных приложениях. Например, перерисовали SMS-клиент, дизайн которого меня дико бесил в CyanogenMod 12.1. Он был абсолютно неудобен, и пользоваться им было просто невозможно. Здесь хотя бы что-то. Более-менее все вменяемо, красиво, удобно. Как вы видите, у меня здесь нет ни одного сообщения, потому что здесь я особо не пользуюсь связью. И немного улучшили иконку файлового проводника, но сам файловый проводник, к сожалению, пока что остался без изменений по сравнению с CyanogenMod 12.1. Все та же root папка, системная папка. К сожалению, попытки прошить Super SU на CyanogenMod 13 Alpha 4 у меня не увенчались успехом. После прошивки Super SU бета 2.52.zip устройство впадало в бутлуп, так называемую вечную перезагрузку, и ничего не запускалось, поэтому приходится мучиться со стандартным менеджером root доступа.
Несмотря на нестабильность этой версии, был исправлен давний критический баг, связанный с отображением элементов в стандартной галерее, не в Google Photos, а именно в стандартной галерее CyanogenMod. В CyanogenMod 12.1 просто тупо ничего не отображалось, а здесь все работает, мы можем посмотреть миниатюры, мы можем посмотреть фотографии, мы можем расшарить их. В общем, не буду рассказывать вам про стандартные функции галереи Android, но эти функции не работали в CyanogenMod 12.1, миниатюры не прогружались, сами фотографии не прогружались. При попытке что-то расшарить, галерея вообще вылетала. В общем, галерею полечили уже сейчас. Что, на самом деле, очень радует, потому что я не особо фанатею от использования Google Photos. Помимо галереи, список всех установленных программ стал более логичным и адекватным, а-ля в Android 6.0, просто без этого дурацкого белого фона и с более удобной навигацией по алфавиту. Как мы видим, навигация по алфавиту здесь действительно реализована очень и очень удобно. Но функции создание папок в списке установленных приложений пока, к сожалению, не завезли. О чем я также говорил в обзоре CyanogenMod 12.1 и говорю сейчас, и не перестану говорить, пока ее не завезут. Потому что мне нужно здесь создавать папки, мне даже по алфавиту не очень нравится. В общем и целом, CyanogenMod 13 Альфа 4 — это CyanogenMod 12.1 с цифрой 13 в настройках. Пока о чем-либо судить еще очень рано, но некоторые наработки, которые я вам показал, видны уже сейчас. Но стабильность этой сборки, к сожалению, оставляет желать лучшего. Подписывайтесь на канал. Скоро обзор свежевышедшего Apple Music для Android и его сравнение с Apple Music для iOS. Читайте меня в Твиттере, дабы не пропустить все быстрые новости. Заходите в Инстаграм и Вайн, там также регулярные посты. Все ссылки на мои соцсети в описании к видео. Пока!